Пойдем. Все чисто. Прикроем! Чисто. По местам! Целы? Да, но есть проблема. С этой пушкой не лады. А, все время клинит. Видишь? Снайпер! По местам! Это Дельта. Прием. Класс. Армейская техника.
Надежно. Кармайн, брат. Я знаю. Я открою дверь. У меня есть код. Вроде бы нашли Альфу. Живо! Кто-то нехило развлекается. Это было жестко. Ну вот, я опять в игре. Да, было круто, детка. Назовись, солдат. Рядовой Август Коул. Группа Альфа, сэр. Коул? Тот самый Коул Трейн? Ага, точно. А где все остальные? Они наверху, в гробнице. Мы отряд Дельта. Мы пришли сюда забрать резонатор. И вытащить вас отсюда. Наконец! Мы ждали вертушку. Но рации сдохли нахрен. Сэр. Мы заметили. Сеятели, они весь эфир глушат. Тогда они должны стать основной мишенью, сэр. Согласен. Нам необходимо восстановить связь со штабом как можно быстрее. «83. Черт!» «Я такой один, детка!» «Помните этого парня? Он играл за Пантер. В защите. Мы видели, как ты играл». «Точно! Полюбуйтесь на Колтрейна, детки!» «Эй, Маркус, помнишь? Полуфинал, 36-метровая отметка». «Я помню, что ты мне должен 20 баксов». «Правда? Напомни после войны». Джек, демаскируйся и режь дверь. Вот так.
Дверь открыта! Пойдем. Черт! Что это за вонь? Серьезно. Несет так, будто там кто-то сдох. Это сеятели. Жуткая дрянь, приятель, жуткая. Вы не на футбольном поле, солдаты. За дело. Вы двое. Сюда, берите оружие. Без приказов. Вход не пускать. Он работает только снаружи. Быстрее, да и то, когда спутники над головой. В общем, тебе просто повезло. Штаб, это Дельта. Прием. Глухо. Видно, это были не все сеятели. Пошли. Huh?
что-то видел. По лестнице! Минус один. Штаб, это Дельта. Штаб, прием. Слышу, Дельта, но сигнал очень слабый. Мы над этим работаем. Направляемся к позициям Альфы. Дельта, это 2-4. Прием. Мы нашли Альфу. В зоне эвакуации чисто. У нас горючее на исходе. Прием. Никак нет, 2-4. Никак нет. Оставайтесь на связи. Вперед, рядовой. Что? Черт, это Рохас. Может, и зря я тебя из тюрьмы вытащил. Пойдем. Что это за чушь насчет планов Хоффмана и этого резонатора? Он должен составить карту подземных ходов. Тогда мы сумеем найти сердце саранчи и вырвать его. Ага. Отлично!
последний. Штаб, это Дельта. Прием! Слышу, Дельта, слышу вас отлично. Все сеятели нейтрализованы. Движемся к позициям Альфы. Отлично, Дельта. Переключаю вас на Альфу. Говорит Альфа. Где вы шляетесь, черт возьми? Берт! О, черт! Куда вы подевались? Группа Дельта в доме суверенов. Прием! Расчудесно! Нас прижали тройками с вашей же крыши! Прием! Понял. Оставайтесь на месте. Мы их уберем. Мы останемся здесь, сэр. Конец связи. Найдите эти тройки. Противники! Они! Отлично! Альфа, видим вашу позицию! Жаль только, что мы не видим на ней патронов! Понял. Конец связи. Отлично. Отлично. Не против. Входим! Неплохо. Отлично!
быстрее! Альфа ждет нас! Ждет нас! Сюда! Можно идти. Отлично. Можно идти. Здесь все так и дышит историей. Вот же была красота. И ложью. Ну ты и наглец, солдат. Я знаю, за что тебя судили. Трибунал был подставой, сэр. Все туда! Нам надо ее зачистить, чтобы никакой саранчи на земле и ни мацистов в воздухе! О, да! Займитесь тройками!
осколочную! Вас понял. Сейчас мы в зоне эвакуации. Мы вас видим. Это за нами. Черт, меня в полете вечно блевать тянет. Значит, сядешь рядом с Маркусом. Соскучился, малыш? Да, обнимашки. А где Рохас? Нашли еще одну группу. Наша тактика прежняя. Отрубить змеи голову, и она сдохнет. Мы победим в войне. Это лишь вопрос времени. Нам нужны Альфа и резонатор! Вперед! Штаб, это рядовой Феникс. Лейтенант Ким погиб. Мы отступили в гробницу, и теперь надо выбраться. Повторите, Альфа. Ким мертв? Так точно. Погиб в бою. Поняла. Там у вас с другой стороны здания есть двор. Это ваш шанс. Понял. Ну, здесь-то оставаться нельзя! Ты Бэйрд. Ну, здесь угадал. А ты что за хрен с горы? Черт, тихо. Замри. Что это было? Берсерк может услышать или унюхать. Не помогут. Молодцы еще у вас.
Так точно, штаб. Спутники скоро выйдут из зоны покрытия. Выманите эту тварь на молот. Это ваш единственный шанс. Понял. Конец связи. Ну, парни, ждите. Мы обещали помочь. Мы поможем. Дом, пошли. На выход.